одна минута. Работают нормально. Тридцать секунд. Стабилизация изделия устойчивая. Сорок секунд. Тангаж, рыскание, вращение в норме. Пятьдесят секунд. Давление в камерах сгорания двигателей ракеты-носителя в норме. 60 секунд. Полет нормальный. 70 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 80 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 90 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 100 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 110 секунд. Тангаж. Рыскание, вращение в норме. Внимание! Осмотровой группе на выход, пятый. 120 секунд. Есть выключение двигателей боковых блоков. Есть отделение боковых блоков. 130 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 140 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 150 секунд. Двигатель второй ступени работает нормально. 160 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 170 секунд. Полет нормальный. 180 секунд. Двигатель второй ступени работает нормально. 190 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 200 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 210 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 220 секунд. Полет нормальный. 230 секунд. Есть сброс створок головного обтекателя. 240 секунд. Тангаж, рыскание, вращение в норме. 250 секунд. Двигатель второй ступени работает нормально. 260 секунд. Стабилизация изделия устойчивая.
270 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. Секунд. Прошел гарантийный надув бака в третьей ступени. 290 секунд. Есть запуск двигателя третьей ступени. Есть выключение двигателя второй ступени. Есть отделение второй ступени. Есть сброс панели хвостового отсека. 300 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 310 секунд. Двигатель третьей ступени работает нормально. 560 секунд. Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение головного блока. Головной блок в составе разгонного блока фрегат номер 12201 космического аппарата «Метеор-М» номер 21 и попутной полезной нагрузкой выведен на незамкнутую орбиту.